Итак, друзья, сейчас я с Беном буду прятаться в этой комнате. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня мы будем играть в экстремальные прятки с сербской леди, потому что она позвонила мне в 3 часа ночи и предложила поиграть с ней в экстремальные прятки. Со мной также мой кот Бен, и он вместе со мной будет сегодня прятаться от сербской леди. А я надеюсь, что вы готовы и уже обязательно подписались на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, а также обязательно не забудь нажать колокольчик и написать самый топовый комментарий, потому что именно он обязательно попадет в мое видео, как это. Итак, друзья, будем играть в экстремальные прятки с сербской леди. Для этого нам изначально необходимо ее призвать и спросить ее, готова ли она играть в экстремальные прятки прямо сейчас в моем доме. Потому что, как вы помните, я ее специальным заклинанием теперь заперла в своей квартире. И я никак не могу понять, где мне найти третий артефакт. Точнее, я догадалась, то, что нужно найти его внутри нее. Но как это сделать? Я пока еще не знаю, поэтому пока я думаю, вы тоже думаете, как достать третий артефакт. А пока мы поиграем с сербской леди в экстремальные прятки. Для этого я заказала себе специальный костюм-невидимка. Мы призовем сербскую леди, и я буду прятаться в своей огромной квартире, чтобы она меня не нашла. У меня будет всего 5 попыток. Если она меня не заметит, то мы победили. А значит, нам не грозит жуткое проклятие сербской леди. Поэтому, друзья, не будем оттягивать. Давайте начинать. Итак, друзья, вот как выглядит этот костюм-невидимка. Сейчас я его одену, и вы все сами поймете. Проблема в том, что сербская леди, она как дух и призрак, может видеть не только глазами, но и чувствовать. Она может определять живую душу за многие-многие расстояния. Поэтому нам нужно очень постараться для того, чтобы она нас не заметила. Это будет достаточно сложно сделать. Она не знает, скорее всего, я догадываюсь, что у меня есть такое приспособление, при помощи которого я буду от нее прятаться. Вот. Поэтому, ребята, будем надеяться, что у нас все получится. У нас получится спрятаться от сербской леди. Поэтому, ребята, прямо сейчас мы призовем сербскую леди при помощи специального обряда. Берем свечу, зажигаем ее и просим прийти сербскую леди. Сербская леди, приди. 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 Так, будем надеяться, что она пришла. А чтобы нам в очередной раз проверить, мы возьмем колоду карт и спросим у них. Карты, прошу вас, не скройте тайну, дайте ответ. Сербская леди пришла или нет? Так, достаем карту, ребята. Самую верхнюю карту. Да. Красная карта означает «да», черная «нет». Сербская леди пришла. Итак, сербская леди. Сербская леди, готова ли ты сыграть со мной в экстремальные прятки? Да. Что такое? Тогда игра началась. У нас есть 10 минут, чтобы спрятаться в 5 местах. Она не должна нас найти. Друзья, пожелайте мне удачи. Погнали. Первое место, в котором я спрячусь, будет вот этот уголочек. Так, что со светом? Что со светом? А, вот так. Ребята, я спрячусь вот здесь. Надеюсь, что сербская леди не заметит меня. Итак, друзья, мы должны полностью одеть костюм
Я чувствую, что сербская леди приближается. Пора замирать. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Она прошла прямо тут, мимо меня. Вы видели ее? Жесть, ребята, нужно быть крайне осторожным. Первое место пройдено. Она нас тут не нашла. Услышали, даже кот Бен мяукнул. Он мне помогает отвлекать сербскую леди. Кс-кс-кс. Черные коты, они обладают специальным ароматом. И они отпугивают злую нечисть. Поэтому, друзья, я и пригласила на съемки с собой кота Бена, чтобы он помогал мне запутывать сербскую леди. А мы отправляемся во второе место, где я буду прятаться. Итак, друзья, сейчас я с Беном буду прятаться в этой комнате, возле этой стены. Сербская леди где-то рядом. Она ищет меня, но ей не удастся меня найти, потому что я очень хорошо подготовилась. Правильно, Бен? Сербская леди! Найди меня! Экстремальные прятки продолжаются. Она идет. Она прошла мимо, она снова меня не заметила в этом костюме. Я обожаю этот костюм для экстремальных пряток. У нас пройдено два места. Сербская леди жутко злится, и я слышу, как она воет, ходит и не понимает, почему она до сих пор не может меня отыскать. А у нас впереди третье место, где я буду прятаться от сербской леди. Итак, друзья, третье место, где я буду прятаться вместе со своим котом Беном, это на кровати. И я надеюсь, что она меня там не найдет. Это третье место, и у нас останется всего лишь два. Бен! Бен! Что происходит? Бен укусил меня.
Может быть, он говорит о том, что это плохая идея прятаться на кровати. Но она идет. Прячемся. Блин, я забыла голову спрятать. Она идет. Быстрее, быстрее, быстрее. Самые опасные экстремальные прятки, которые только были на моем канале. А я очень много снимала экстремальных пряток с разными монстрами. Поэтому, если вы хотите увидеть это видео, наберите на в YouTube или в поиске «Экстремальные прятки Ирина Ясинская». И вам выйдут все мои крутые видео, где я играю в прятки с монстрами. А у нас осталось еще два места, и пока сербская леди нас не нашла, у нас есть огромный шанс победить. Итак, друзья, четвертым местом, где я спрячусь от сербской леди, будет это место. Мы находимся сейчас на кухне, и она, я слышу, уже совсем близко. Я слышу ее шаги, поэтому пора бы нам одевать наш костюм-невидимку. Ребята, это было очень круто и очень опасно. И у нас осталось последнее место, последняя попытка. И я уверена, что у нас все получится. Я уже придумала место, в котором я спрячусь. Но сербская леди очень сильно разозлилась. Только посмотрите, как она носится по моей квартире. Все это засняли мои скрытые камеры. Вы видите на своих глазах, как она злится, как она бесится, как она не хочет проигрывать и хочет найти меня, ребята. Но у нее ничего не выйдет. Мы отправляемся в наше пятое место для того, чтобы спрятаться от сербской леди. Ребята, последним местом, где я спрячусь, будет эта комната. Я уверена, что сербская леди меня не найдет. Нам пора прятаться. А, черт, что происходит? Ребята, у меня костюм заел, я не могу его застегнуть. Я не могу его... Что делать? Она же меня заметит. Ребята, что делать? Я не знаю реально, что делать. Ладно, будем надеяться и молиться. Будем надеяться и молиться, что она нас не заметит. Ты
Нет!